Знаете, вы меня чем озадачили совершенно, вот мы с вами до начала эфира беседовали о телевизионных сериалах, о музыке к телевизионным фильмам, о том, что прекрасная работа Тодоровского «Оттепель», основная музыкальная тема, которая у всех на слуху, на самом деле вы мне открыли глаза, что она позаимствована. Я бы сказал так, там есть музыкальная тема, так. Она отдельная, есть инструментальная музыкальная тема, да. мы ее не берем, а есть песня. Там да. есть песня, которая повторяется из серии в серии. Которая стала визитной карточкой этого просто сериала. Просто она мне лично, я знаю, что некоторые музыканты со мной согласны. Угу. Вот, не буду говорить, что повсеместно, никакого возмущения сильного я нигде не видел по этому поводу. Но я совершенно убежден, что первые три ноты, это настолько сразу, мгновенно, как током бьет одна из лучших, я думаю, песен. Кстати, если вот мы говорим о шоу-бизнесе нашем, какие были песни. «Есть только миг между прошлым и будущим». Вот это, да, к сожалению, тема, вот да, оно тема туда, из «Оттепели». Оно, да. И я не могу от этого избавиться, не могу. Оно вот там вот сидит в неизменном вот таком виде. Может быть, там Меладзе где-то прописал благодарность Дербеневу, что спасибо за... Да, Дербеневу и Зацепина. Зацепина. А слова Дербенева, да? Да, да, да. Ну, это, вы как, кстати, вот это ведь очень интересный вопрос, потому что есть, как мы знаем, у нас такой мэтр, как Резник, и он всегда говорит, мои песни. Вот вклад в песню человека, написавшего текст или стихи, как хотите, и музыку, он равноценный, потому что понятно, что существует какая-то бардовская песня, где иногда текст представляет гораздо большую ценность, чем музыку. Но справедливо ли это вот, когда мы говорим, что эта песня фактически текстовика, ну или поэта? В нашем шоу-бизе да. и в попсе текст не играет никакой роли. Поэтому его пишут все, кому не лень. И сами исполнители, и звукорежиссеры. И действительно так. И музыканты добавляют свои строчки. И знаете, это совсем не творчество. Это просто заполнить вот эту пустоту, отсутствие слов. Оно так с отсутствием слов и остается. Это великое мастерство. Если бы вот мы вспомнили Дербенева, это же кладезь хитов, где каждое слово оно бьет. Есть только миг, мы же всегда вспоминаем. Мы всегда вспоминаем, все пройдет. Я не знаю, городские. Это же все остается. Я сейчас свои песни назвал, а еще Добрынина назвать песни, там, не знаю, Антонова и так далее. То есть это же кладезь поэзии, где не только музыка, она вместе со словом возникает. Это, я считаю, важнейшая вещь. Но если мы берем такой хит ваш, как «Позвони мне, позвони», все-таки там, текст он хорош, бесспорно, но... А без слов «Позвони мне, позвони» сейчас бы вы и не могли бы ничего сказать. Ну, вспомни эту песню твою там. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вы говорите «Позвони мне, позвони». Оно же врезается. Это слова. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».